Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Фрэнсис Уильям Тоффа. Английский художник-акварелист, гравер. Родился в Лидсе 15 апреля 1808 года. В раннем возрасте он был отдан на попечение дяди, который был гравером по письму. Примерно в 1830 году он приехал в Лондон и сначала нашел работу по гравировке герба. Затем он поступил на службу к господам Фенер и Сёрс, гравером и издателем. Гравировал пейзажи. Тоффа впервые посетил Ирландию в 1844 и в 1845 годах вместе с Фредериком Гуделлом и Альфредом Фриппом. Его карьера акварелиста, по-видимому, началась самоучкой, чему способствовала практика на собраниях общества художников на Клипстоун-стрит. Я пользуюсь переводной Википедией. Самой ранней выставленной работой Тоффа была деревенская трапеза, которая появилась в Королевской академии в 1832 году. В 1842 он был избран членом нового общества художников-акварелистов, полноправным членом которого стал в 1843. Однако в 1847 он вышел в отставку, а в 1848 был избран членом старого общества художников-акварелистов. Его ранние работы состояли в основном из изображений ирландской крестьянской жизни и исследований Уэльса и его народа. Рисовал на дереве иллюстрации для картин и стихотворений. Самые ранние испанские сюжеты Тоффа появились в 1854 году. Познакомился с Генри Беккетом, гравером, и женился на его сестре Мэри Энн Беккет в 1832 году. У них было 10 детей. Их сын Фрэнк Уильям Орвик Тоффа стал известным художником. В Кордоба, Испании, был похоронен на протестантском кладбище 31 марта 1877 года. Ну вот так вкратце о художнике Фрэнсис Уильям Тоффа, английский художник, акварелист и гравер. Пока-пока, до свидания.